друзья мои, всем доброго утра! Настал тот день, когда мы возвращаемся. И хочется, и не хочется, и я опять перевоплотилась из турецкой невестки в Светлану Ату, которую вы видите. Сейчас я вам покажу последние капли. Мы завтракаем, а не завтракать. Я отказалась от завтрака. Я не люблю в дорогу завтракать. Через 3 часа мы будем уже в Мерсине. Мы собрали вот так сумочки наши. Коробки там с гостинцами. И последний репортаж. Следующий репортаж будет у нас с Мерсина, с моего балкона. Не знаю, в каком состоянии мои цветочки. Надеюсь, соседка их за ними смотрела. Я очень верю. И они такие большие. И сколько у меня работы предстоит дома. Но ничего, Светлана та со всеми справится. Я буду работать и показывать вам мою сегодня, мою жизнь. Так что вот так вот мы скоро уже выходим. Ждите следующих видео. Идем домой. На автобус. Здесь я вам не снимала еще. Не попали мы в этот район. Не ходили. Здесь строится дом. Покажу еще вам, какие дома здесь. Мальва. С цветочками красивую мне дала гвоздичку оранжевого цвета немчик. Йок, йок бизимараба. Çok yaşar. Düğün salonu. Çok yaşar ki benimle beraber. Ah geliyor. Sadece biz. Yazılca. Ну что, мы поехали. Мы сели уже в автобус до Мерсина. Хочу показать вам степи. Все ухоженные. Сняли урожай пшеницы. Степи вокруг.
Смотрите, какая красота. Все поля ухожены, где-то снят урожай, где-то уже готова земля под новое. Люди очень работяги здесь, трудолюбивые. Что приятно смотреть на них, как они трудятся. Друзья мои, мы дома. Как вы заметили, мне было не до видео. Вот, все стираю. Перемыли с Ашкемом, сделали перестановку цветов. А Немчик сказала, что они сохнут, гвоздики, не любят, когда их собирают вместе. Я решила вот перестановку сделать. Этот балкон помыли мы, и тот балкон помыли. И все, у меня все помыто. Воду набрала. Соседка моя поливала цветы. И столько было бутылок, наверное, штук 30. Везде полы перемыла, пока себя не показываю, потому что я не в порядке. Везде всю квартиру убрали, все перемыли с Ашкемом. И я потом покажу на другом балконе, что сделала. Стирка у меня стирается, кухню быстренько все убрала, даже окно помыла на кухне. И сейчас я решила приготовить. Антони отварила мясо с короварки. И вот мы с Ашкемом кушаем мяско. Салатик сделали такой. Вот это сюзме, йогурт. А Немчик дала, я переложила. Вот компотик у меня был вишневый. Столько времени не испортился в холодильнике. Так что, друзья мои, балкон потом покажу. Вот так покажу, что я, видите, все стираю. Потому что все так пропылилось. Все стираю. Тут цветы пересадила, многие повыкидывала. В общем, покажу попозже. Так, ну что, смотрите. Постелили мы вот такую дорожку сюда. И еще там я развесила стирку. Сейчас покажу на том балконе, как у нас уютно стало. Так, ну вот, мои дорогие, даже успела вот это окно помыть. Тут я это постирала, завтра это постелю. Вот так вот выглядит мой балкон сейчас. Как квартира. Посмотрите на мои цветочки. Они так выросли. Я сегодня много чего сделала дел с цветами. И этот у меня вырос так. Все повырастало, представляете? Соседка вчера, видно, их поливала. В общем, смотрите. А это что такое? Семизоты, что ли, опять? Это семизоты меня с ума сведет. Надо ее оторвать. Какая она и в деревне, на каждом углу. Я землю подсыпала. Вот тут в одном горшке два. Не знаю, что за цветочек будет. Ломардика. Сюда вот посадила, пересадила гвоздики. Очень красивого цвета, как оранжевая. А Немчик сказала, чтобы я пересадила. Так, вот этот цветок тоже посадила. У меня, помните, было в воде здесь. И этот посадила, рассадила их в три горшка. У меня было, знаете, вот здесь в этой кастрюле, вот такой мисочке, очень много цветов. Видно, соседка забрала. Ну, на здоровье. Мне тоже хватит. Вот, посмотрите. Розу я выбросила. Она у меня испортилась. И кто-то сказал, что роза в доме нехорошо. Так что я не переживаю. Испортилась. Вот эти гвоздички я тоже сюда пересадила. Всю землю испортилась. Осталась вот такая микс-флора для кактуса. Ну, вот мои цветочки. Знаете, мальва. После деревни я так разозлилась. Посмотрела, она же у меня была в этом горшке. Я взяла, пересадила все в один горшок. И еще досыпала земли, потому что у них корни полностью, тот горшок был в корнях. Вот мои цветочечки. Столько я сегодня с ними возилась. Видите, они осыпаются. Вот от них будет опять у меня мусор. Кстати, вот этот мусор надо будет забрать. Растения. Мой муж сюда положил. И этот я забыла привести в порядок. Но ничего, потом. Не успела сегодня, не успела. Так, а ну посмотрим здесь, как у меня дела. Угу, нормально, видите, они
Наш водичка лет. А мамардика, посмотрите, какая у меня мамардика, маленькая, и вот еще плодик. Больше плодиков не видела. Что-то они маленькие, большие не вырастают. Так, а здесь что у меня творится, сейчас покажу вам. Вот, видите, сюда я посадила белую с горшка. Сюда я посадила такой цветочек, желтые цветы. А я сюда красную. Вот пусть будет так. Что? Сашка нам сегодня помыли. Вот так вот выглядит наш балкон, балкончик. Ну, диван застелю. Высохнет. Вот так вот хорошо. Мой Мерсин, привет, мой Мерсин. Соседи смотрят. Скажите, пропала невестка. Соскучилась. И вы тоже соскучились, наверное, да? Не так ли? Сегодня не до гулянки, а завтра утром побегу на море. Это точно. Так, ну что я, друзья мои, пошла менять лак. Потому что у меня ногти в ужасном состоянии. Вот, буду заниматься сегодня делами, а завтра у меня встречи по бизнесу. Пока-пока. Надеюсь, понравилось вам мое видео. Понравилось. Мы уже дома. Все хорошо. Ашкин смотрит телевизор, соскучился. Ну, а я помог он мне очень сильно. Ну, а я занимаюсь собой сейчас. Ну что, друзья мои, я пришла. Опять перевоплотилась. Из крестьянки в леди, я так думаю. Сделала маникюр, педикюр. И красный сегодня сделала такой. И пошла. Пошла с Настей встречаться. Все, все дела переделала. Иду на работу. Снимаю вам чуть-чуть Мерсин. Возвращаюсь домой. Поснимаю вам, мои хорошие. Это дом пенсионеров. Так, как бы мне пройти? Хочу заглянуть к подружке и по дороге домой. Печет солнце, обалдеть, какая жара. Друзья мои, очень жарко. Я полностью перестроилась, перевоплотилась. Так все быстро происходит. Человек привыкает ко всему, так меняется, адаптируется к окружающей среде, к переменам. Вроде бы недавно возилась в огороде, завязывала помидоры. А сейчас я хожу по Мерсину. Испытываю настоящее наслаждение и счастье. Дай Бог, чтобы все моя семья и все близкие были здоровы. Это самое главное в наше время. А трудности любой человек может пережить, не так ли?